Ну и шуточки. Выездная, экстренная детская площадка появилась или пропала, теперь уже непонятно, на Октябрьской 5. В любом случае пытались городок установить, потом почему-то убрали. Есть свидетели. Горожане сняли видео, выложили в сеть. Как всегда, появилось много едких комментариев. Ксения Колбина побывала на месте. Вот здесь 13 ноября при температуре минус 10 градусов устанавливали детскую площадку. Спустя час ее убрали. Теперь в этом месте ничего нет. А что думают междуреченцы по этому поводу? Узнаем. Ну, за 15 минут ее поставили, за 15 минут убрали. Для отчета и для показухи. Здесь на самом деле болото. Были свидетелем? Нет, моя жена в окошко смотрела, сейчас подойдет. Она улыбалась, смотрела на это. А что здесь происходило? Ой, не знаю, подъехали машины какие-то, разгрузили сначала скамеечки, потом детскую площадку какую-то тут, несколько скамеечек, 9, по-моему, она насчитала. И посмотрели, что-то сфотографировали пару раз и уехали, тут же собрали, уехали, все. Как вы считаете, для чего это было сделано? Понятия не имею, не знаю. Да, монтировали и убрали. Как вы считаете, для чего это было нужно? Ну, может быть, они примерили на будущее, нет? Нет, не видим. А где площадка? Ее нету. Вот и мы о том же. Что ее привезли, поставили, увезли. Как вы считаете, для чего это было нужно? Вот зимой в такую погоду в минус 10. Поставили, убрали. По идее, бы тут нужно вместо детсада, как они планировали, Пушкинский этот сквер сделать, а так никто ничего не делает. Я что-то так и не понял. Я их спросил, я говорю, ребят, говорю, вы что, говорю, самое, что, говорю, тут собираетесь сделать? А что, я говорю, что, говорю, делать будете? А, говорит, чтоб, говорит, Игорь спросил, говорит, выгрузили здесь сначала, потом привезли какие-то эти самые, как типа оградки. Я так и не понял. Да, мы виделись с соседкой. Как вы думаете, что это было и для чего? Я понять не могу. Мы посмеялись, посмотрели и решили, что, скорее всего, нужно отчитаться перед кем-то, перед вышестоящими органами, которые озадачили, значит, благоустроить дворы, площадки. Ну, мы так для себя решили. Женщина пробежала, на телефон все сняла, обратно в машину загрузили, уехали. Мы с сыном стояли в окошко, смотрели. Да, вот я снимал, да, стоял. Это непонятно у нас происходит. Я вот стою, привезли. С сыном мы стоим. Лавочки, качельки расставили, на камеру все сняли. И теперь назад все собирают. Раньше на этом месте был недостроенный детский сад. Его разобрали, а пустырь остался. Двор на Октябрьской 5 действительно неблагоустроен. Старые качели – единственное развлечение для местной детворы. Вот только актуально ли ставить площадку зимой? Зимой делается из снега лучше всего. У нас здесь всего достаточно, а сейчас это все нежелательно. Конечно, нет. Тем более в двух шагах отсюда вот ДК «Железнодорожник». Там же всегда стоит елка. Сейчас. Ну, пускай поставят. Администрация Междуреченска ситуацию прокомментировала. Это всего лишь тест для планирования благоустройства детской площадки в будущем, отметили в пресс-службе. Благоустройство данной территории имеет свою цель – создать комплекс современных детских и взрослых игровых площадок, скомбинировать места для активного, спокойного, интеллектуального времяпровождения. Фотоматериал или видеоматериал, тот, который у вас есть, отражает проведение теста. Не более того, законом это не запрещено. Ксения Колбина, Игорь Докучаев. Новости. Мой Междуреченск.